Всем привет! Сегодня мы будем решать одну из сложных загадок новой локации Фонтейна, которая нам при решении даст большой красивый сундук. Итак, у нас тут капелька и кристалл, который имеет два положения, желтый и синий. Вот этот пилон, где я стою, это номер один. Капелька у нас движется по кругу, строго против часовой стрелки, оббегая все пять элементальных монументов. Что нам нужно делать? Первым делом переключаем кристалл на желтый. Теперь активируем капельку. Прогоняем ее полный круг. От первого до первого. Снова на первом. Что мы делаем дальше? Переключаем кристалл на голубой. Сдвигаем капельку на второй пилон. И переключаем на желтый. Теперь сдвигаем ее на четверку. Так, это у нас третий. Это четвертый. Снова переключаем на голубой. Теперь сдвигаем на пятый. Ура! Мы молодцы. Капелька осталась там, кристалл сбежал сюда. Если вы где-то в процессе накосячили и запутались, выйдите куда-нибудь подальше в другую локацию или вообще выйдите из игры, и когда вы вернетесь, капелька должна стоять вот здесь, а кристалл должен светиться синим. Это его дефолтное положение. Я планирую пробежаться по Аронарам в ближайшее время. Думаю, запустить стрим, если у кого-то есть еще какие-то загадки, которые сильно мешают жить и не дают вожделенные сундуки. Или вам интересно мой пробег по Аронарам, пишите в комментариях. Будем думать по поводу времени, даты, когда это удобнее будет сделать для всех. На этом все. Всем пока.